9 и 10 июня в Новочебоксарске пройдет открытое первенство Чувашской республики по конкуру. Юные наездники со всей республики встретятся в спортивной школе по конному спорту. Чтобы выявить сильнейших, начало соревнований в 10, вход свободный. И к другим новостям. Вокалист из Чебоксар прошел финал Евразийского международного фестиваля в области национальных культур. Юлия Важенина познакомилась с юным дарованием. Так в шляпе, подтяжках и с красивым голосом Егор Замаскин собирает призы и кубки разных вокальных конкурсов. В свои 12 лет он уже может похвастаться внушительной копилкой наград. Будущее России, путь к успеху, вдохновение. Юный вокалист не раз побеждал на различных городских, республиканских и всероссийских конкурсах. Совсем недавно Егор прошел финал Евразийского международного фестиваля в области национальных культур World Folk Vision. Я чувствовал, знаете, что это было незабываемо. Я просто взял, обнял маму, сказал: «Я победитель! Ура!» Все. Егор уже 3 года занимается вокалом, любит иностранные песни и выступать на сцене. А началось все вполне обычно. Я решил заниматься вокалом, потому что мама надоела, как я все время пел дома. И так она меня отвела к Наталье Александровне, чтобы хоть как-то меня замолкнуть. Но этого не случилось, я стал петь еще больше. Теперь мама Егора нисколько не переживает по этому поводу, а наоборот, всячески поддерживает сына. Именно она самый преданный зритель Егора, и благодаря ей в видеотеке юного певца все его выступления. Я намного сильнее волнуюсь. В этот момент я даже дышать не могу. Телефон в руках. Ну и, конечно, по окончанию песни на всех съемках слово «молодец». Кстати, то, что из Егора получится артист, его педагог по вокалу поняла сразу, с первой встречи. Я, конечно, без улыбки на лице не могу вспомнить, потому что он пришел без каких-либо вокальных навыков, но как я своим взглядом педагогическим таким уже увидела, что в нем скрыт очень большой потенциал. Его харизма бежала впереди него, наверное, 2 метра. Вот ему стоило только зайти ко мне в класс, и я увидела, что да, вот он, настоящий артист, настоящий певец. Теперь Наталья мечтает, чтобы Егор засиял на мировых сценах. Кстати, уже сейчас он готовится покорить одну из них. В марте Егор будет представлять Россию на финале фестиваля World Folk Vision. Что ж, пожелаем ему удачи. Женина, Александр Петров, Республика.